Первый период завершился в ничью 2-2. На шайбы хозяев Крутого и Каледова гости ответили точными бросками Лазарева и Антонова. Второй и третий игровые отрезки завершились уже в пользу нашей команды. Леопарды отличились 4-жды. Екатеринбуржцы смогли забить лишь раз. 6-3 – крупная победа Сочи. Следующий поединок южане вновь проведут в родных стенах. 17 сентября сочинский клуб примет казанский «Ак-Барс».